Как называется поселок при объекте номер 532 в начале строительства? Каким орденом награжден завод имени Чапаева и за какие заслуги? Сколько уроженцев Цивильского района сражались на фронтах Великой Отечественной войны? Какими наградами они отмечены? Сколько раненых и больных солдат и офицеров поступили в Цивильский эвакогоспиталь 3063 за время его работы? Кто из летчиков уцелел во время трагического перелета Свердловск-Иваново в феврале 1944 года? Ответы присылайте по адресу 428-30, Чебоксары, улица Композиторов Воробьевых, 10. Национальное телевидение Чувашии с пометкой на конверте «След в истории». Либо по электронной почте victorina-след21@yandex.ru.